Вот оно, подсолнухи. Роскошное белье с 3D-принтом из натурального хлопка. И это новинка на нашем канале. Сегодня мы вас знакомим с новым поставщиком. Ну, не с ним, а с его товаром, безусловно. Самым лучшим мы его проверяли. Роскошное белье. Оля представляет цену. Друзья, сегодня вообще какой-то невероятный день, потому что столько постельного белья по самой низкой цене я вот честно за свою историю здесь работы не видела еще никогда. 1190 рублей уже очередной комплект постельного белья. Это действительно какой-то потрясающий день. Мне кажется, вот сегодня звезды сошли, чтобы именно сегодня обновлять свои спальни. Друзья, давайте обновлять прямо с этого момента. Какая бы у вас ни была кровать, полутора спальни, двухспальни или евроразмеры, все размеры в наличии у нас есть. Так, постельную гамму мы сегодня выбрали, но постельного белья много не бывает. Вашему вниманию яркая и насыщенная палитра для тех, кто любит хорошее настроение, для тех, кто любит яркие краски. Лето каждый день в вашей спальне, вы только представьте. Посмотрите, насколько здесь все интересно сделано, Оль, с точки зрения подхода к цвету. Все натуральное, так как в природе, то есть погружение полное на поляну с подсолнухами. Так ощущение, что это фотография прям. Действительно, эффект 3D, эффект фотопечати по хлопку. Оптическая иллюзия практически с натуральными, природными, гармоничными, кстати, красками. Посмотрите, как много здесь преобладает зеленого цвета. А зеленый, по науке известно, успокаивающий цвет. И значит, ваш сон будет восстанавливающим. Слушай, ну вот яркие цвета, ты мне скажи, вот ну так вот, по-дружески, эти цвета-то потом на моей коже не останутся? А ты имеешь в виду, не линяет ли наше постельное белье? Ну да, потому что у меня подруга, она так проснулась, вся синяя, как аватар от синего белья. Нет, да, бывает такое. Качественное постельное белье с точки зрения краски, я вам гарантирую. Здесь у нас бязевое плетение, а это крученая хлопковая нить. Она очень крепко забирает в себя краску и уже не отдает. После 400 и более стирок белье не теряет цвет. Это не на полутон. Вот это здорово, действительно. Все, я спокойна уже, Юль, потому что этот вопрос меня искренне беспокоил, да? А, друзья, то есть получается, что это белье действительно, оно вот качественное. Если вы цените качество, если вы не хотите относить свои деньги на рынок и отдавать за широпотреб деньги, да? Если вам нужно качественное белье, вот оно. Мы рады вам представить постельное белье подсолнухи 1190 рублей. Кстати, давайте пробежимся по ценам, ведь у нас три размера. 1190 рублей стоит полутора спальни, 1390 двушечка и евро 1590. Вообще просто шикарная цена, я считаю. Шикарная цена за роскошный 100% дышащий хлопок. И то, что это хлопок, я не буду говорить, я буду показывать. Мы с вами с экспертной точки зрения сейчас будем все вместе себя вести. В прямом эфире будем доказывать, что это 100% хлопок. А я думала, вы так на ощупь все эксперты определяете просто хлопок. На ощупь, конечно, но наши телезрители же не могут потрогать, они могут увидеть. Смотрите, синтетическая нить, которую сейчас я держу в руке, я ее поджигаю неспроста. Через огонь можно понять, как горит синтетика. Она даже не горит, а плавится. Смотрите, издает очень неприятный запах. Ой, тянется и тянется. Еще. Если ваше постельное белье вот из такой синтетической ниточки, выбрасывайте его, спать на синтетике нельзя. Не рекомендую. А вот постельное белье подсолнухи, лоскуточек от него, кстати, не переживайте, вам приедет целый сохран, это или экспериментальный образец. Хлопок горит желтым пламенем. Так мы с вами в прямом эфире доказываем, что это хлопок. Вот он, 100% натуральный. И запах очень приятный, слышится, да, кстати, такой деревянистый. Вот как из камина. Натуральный, да, совершенно верно. А это значит, постельное белье подсолнухи из 100% хлопка. А что это такое? Это дыхание вашему телу, ваша кожа 100% скажет вам спасибо, дорогая, за нежность и за дыхание. Потому что главное в белье, это чтобы не было жарко, чтобы высыпались мы с полным комфортом. Юля, ну, огромный комплимент хочу тебе сделать. У нас сообщает просто информацию в прямом эфире. Мы же находимся, друзья, и нам сообщают информацию из колл-центра. Очень много звонков. Действительно, много положительных отзывов оставляют. Говорят, тоже очень приятно. На самом деле, понимать, что мы не зря здесь находимся вместе с экспертом, друзья. Ну что ж, Юль, вот на что еще стоит обратить внимание, да? И что, подожди, мы не сказали еще, что у нас в комплекте. В комплекте все, что нужно для комфортной спальни. Все доложил производитель, слава богу, потому что не всегда это бывает. Пододеяльник, простыня и две наволочки размером 70 на 70. И это новый производитель, который шьет по современным технологиям. Мы с вами посмотрим сейчас качество отшива. Мне не стыдно вывернуть наше белье наизнанку, потому что здесь потрясающее качество
множество швов. Я так рада этому была, когда познакомилась с нашим новым поставщиком. Вы только посмотрите, вот она, машинка-пятинитка прошлась по нашей ткани и сделала безупречный идеальный шов. Ни одной ниточки не торчит, посмотрите, а это обеспечивает прочность и надежность белью. Значит, постельное белье подсолнухи прослужит вам долгие годы. Не на один сезон вы его покупаете, и это, конечно, очень приятно, потому что роскошное, красивое белье хочется, чтобы подольше прослужило. Да, друзья, если вам действительно тоже хочется, чтобы оно служило вам долго, закажите свои подсолнухи в данный момент времени. Действует цена премьера, потому что это постельное белье, именно подсолнухи, сегодня впервые в эфире. Друзья, тем, кто сегодня порадует себя этими яркими красками, для вас будет подарок, специальная цена. 1190 рублей, 1390 и 1590 за размер евро.